два слова рассказать о наших препаратах, потому что это мой самый свежий результат на себе. Лето, вдруг бабки, зима, практически, сегодня я осень. Очень многие прихворали, точно так же и я. Я пришла на работу, вот, я работаю в СОКе ежедневно, я делаю диагностики для вашей информации, вот, чтобы вы знали, с 11 до 5 я на рабочем месте. И вот я пришла, я чувствую себя плохо. И, ну, как, вот, знаете, первые признаки простуды, то есть ломит суставы, болит голова, хочется прилечь, ну, в общем, никакой. Вот, я думаю, так, ну что ж делать, как я что ли домой отлежаться, а потом стоп. Это уже о чем-то говорит. Я забыла, что где я нахожусь. Я нахожусь в Амрите, где препараты для здоровья просто вот под руками. И я решила испытать две наши новинки. Я взяла липолектин и я взяла иммуностан. Их надо принимать по две таблетки два раза в день. Вот, я выпила по две таблеточки того и другого. Вы знаете, через час я почувствовала, что у меня прошло все. То есть я почувствовала себя абсолютно здоровым человеком. Домой я пришла, прекрасно себя уже чувствовала. Вечером я все равно выпила еще две таблетки липолектина иммуностана. И утром. И тьфу-тьфу-тьфу, вот уже по сей день, октябрь месяц, никакой простуды у меня не было. Сейчас я хочу вам еще раз напомнить, что у нас есть набор гриполектин и антивир. Это прекрасный набор, потому что антивир, он борется именно с вирусами, а вы знаете, что вот эти все ОРВИ, ОРЗ, это вирусная природа, и антибиотики здесь бесполезны. До антибиотиков, если доходит дело, это вы уже доболелись до осложнений, понимаете, когда присоединяется бактериальная инфекция. Для того, чтобы этого не допустить, надо сразу же браться за себя, за свое здоровье. То есть эти препараты не должны быть здесь на витрине, они должны лежать у вас дома. Потому что никто не знает, когда он вдруг почувствует себя плохо. Ведь вирусы, они летают у нас везде. В транспорте, на улице, на остановках, в школе, в магазинах. А как они к нам попадают? Они пропадают через незащищенную слизистую оболочку носа. Так вот, кстати, на совет, который у нас есть, если вы смажете себе слизистую перед выходом на улицу, себе, ребенку, мужу, туда никогда не проникнет вирус. Понимаете, это защита от вирусов. Но если так случилось, что вы забыли, не помазали, и этот вирус к вам внедрился, у вас дома должны быть эти препараты, это буквально для вас скорая помощь. Здоровое горло, Насолен, Гриполектин, иммуностан или антивир. Антивир, он так и называется, против вируса. А зачем туда еще гриполектин, спросите вы? Потому что гриполектин не тот состав, которого нет в антивире или в том же иммуностане. Туда входит чеснок, туда входит прополис, туда входит яблоко, туда входит корица. И это делает гриполектин прекрасным препаратом, который предотвращает осложнения. А вы понимаете, что очень часто гриб опасен именно своими осложнениями. И любые вирусные заболевания. Так вот, чтобы этого не случилось, тут надо принимать в паре. Плюс это вам в подарок, это до 31 числа только, вам в подарок дают еще амнезингин, которым вы сможете растирать грудную клетку, растирать спину, для того, чтобы он проник внутрь, состав великолепный, и таким образом вы обезопасите себя и свою семью от простудных заболеваний. Берегите себя. Потому что ваше здоровье – это действительно здоровье в ваших руках. Не надейтесь ни на кого, только на себя надейтесь. Не жалейте денег. Поверьте, когда запустится эта все проблема, когда она усугубится, это будет стоить гораздо дороже. Пусть это будет всегда с вами, в вашей домашней аптечке. Краткое это вступление. А сейчас я хочу пригласить сюда